Нашла. Снимает маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У меня колпак на голове, как кастрюля. На руки вперед делает и выходит. Колпак. С ним будем поднимать? Да. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Елену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Елены поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Сними кастрюлю. Даю команду сканеру. На счет 3 сканер отключает эту кастрюлю полностью до последней подключки чипа датчика импланта. Все это выходит из биополя Елены и зависает перед ней. Готово. Хорошо. Елена, мы приветствуем вас. Вы готовы к проверке, вернее, к диагностике и чистке? Готов. Я даю команду на счет 3 сканер сканировать пространство над головой Елены, под ногами, 360 градусов вокруг нее. 7 тонких тел Елены находит все. У меня в ногах что-то как жвачка липкая такое, которую она увязла. Хорошо. Даю команду, Елена включает внутренний белый свет и отторгает от себя, выдалит из себя эту жвачку в ногах, она выходит, зависает в воздухе полностью до последнего микрона. Готово. Отправляю эту жвачку в клетку-тюрьму. Есть. Хорошо. Ждем окончания сканирования. Нет, джин, синий да. Дракон, рептилоид и 2 Грея. А как же без них? И 2 Грея. Еще кто-то есть? Все. Из темных, из нижних? Джин только. Хорошо. Чья жвачка? Джин. Джин. Любитель жвачки, да, Джин? Какой Джин? Считай цифры над головой. Это, он говорит, что это сладкая помада. Считай цифры над головой Джина. 32-16. 32-16. Значит, перед нами стоит кто? Синий Джин, правильно? Да, он говорит, что это карамелька. Хорошо, объясни, почему ты считаешь ее карамелькой? Вернее, эту свою подключку. Как она действовала, что она, как она влияла на физику? Безопасно, безобидно. Вытягивала с нее сладкие монетки. Понятно. Как она это ощущала, вернее, как это происходило на физическом плане? Какие она пустые действия делала для того, чтобы ты свои монетки мог получать? Джин, я очень рекомендую отвечать правду на мои вопросы. Я могу быть и очень неудобным. Топталась. Топталась на месте. Прилипла она. Понятно. Осталось, движение делала. Вырабатывая монетки. Понятно. 3 года. 3 года? С какой вещью ты пришел? Что это было? Он говорит, что у нее красивые ногти. И? Как это относится к моему вопросу? Джин, тебе интересно твоя челма еще? Все твои золотые все твои кольца, магические украшения, сосуд с деньгами. Ты хочешь, чтобы я это все сейчас скинул в галактическое ядро? Или мы начинаем работать, или нет, ты будешь, нет, он не хочет, или ты мне будешь показывает. Клоуном здесь вот это рассказывать. Отвечай на вопрос, когда я тебя спрашиваю, мне надо работать. Ногти она делала из помещений, оттуда он к ней перешел, понравилась она ему. Понятно, значит, ты сидел у косметолога в тот момент, или в косметологе, скорее всего, в тот момент, когда она пришла делать ногти, правильно? Помещение. Ты посмотрел на нее, тебе понравилось, и ты решил войти, правильно? Цвет красивый выбрал. А, вот как. Так ты еще эстет, ты понимаешь маникюре, ты понимаешь в цветах? Ну как же. Ну хорошо, специалист по цветам, очень интересно. Поехали дальше, не будем терять времени. Сейчас я всем... Блестки там были. Блестки были. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу.
Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Елене. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Считай цифры, пожалуйста, у синего дракона над головой, Вера. 48-24. Сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. Где стоят твои платы? 3-й глаз? Нет, сердечная чакра. Сердце, хорошо. Так, что ты транслировал, что ты забирал? Как твоя интерференция выражалась вообще? Опиши мне. В чем твои интересы? Ему нравилось, что то, что она делала, проводила через сердце. А это значит, делала с душой. Я сейчас не совсем понимаю, что она проводила через сердце, что тебе нравилось. Что ты так абстрактно мне рассказываешь? Живет она через сердце, все, что делает, она думает и делает с душой. Отношение к людям, работа, знания, что бы ни было, проходит через ее сердце. Хорошо, и что ты забирал тогда у такого человека, у этой души? Какие энергии? Я-то сейчас увижу. Чувства. Радость. Чем ты заменяла эти энергии? Нет, не радость. Гармонию. Ты жарил ее своим огнем? Признавайся, дракон. Нет. Энергии проходили через сердечную часть чакры и шли наверх, к 3-му глазу. Они у нее сгармонизированы. Через 3-й глаз к сердцу, где нахожусь я, проходило все через меня. Я питался этими энергиями. Вот, вот, уже ближе. Сколько процентов энергии ты у нее отбирал? 20. 20%. Слушай, синий дракон, у меня такое ощущение, или если ты сейчас говоришь правду, а это похоже на правду, то мне кажется, ты пришел в каких-то своих целях обучения. Не так ли? Я не вижу от тебя массивнейшего такого воздействия, или ты мне что-то не договариваешь. У тебя контракта нет с ней? Нет. Мало, где есть гармония ума и сердца. То есть 3-го глаза и сердечной чакры. Ну, это верно. Действительно мало. Ты хотел это изучить или как? Или подпитаться, как, чтобы не понимать? Подпитаться гармонией. Подпитаться гармонией. Ну и знаниями, все, что пропускает через себя. Хорошо, и что в обмен ты давал ей? Что она получала от тебя? Самый интересный вопрос. Отдавать я ничего не отдавал. Ты что, не обменивал свои через энергии? Через плату гармония терялась. Как я уже сказала, 20%. То есть 20% гармонии ты у нее воровал? Так? Воровал. И иногда у нее... Да. Случалась грусть по этому поводу. И часто она случалась? Нет. Хорошо, дракон, я тебя услышал. Грусть случалась, когда энергии падали ниже 40%. Скажи мне насчет этих 40%. А кто был виновником этих 40% оттока энергии, когда они падали вниз? Все по-разному, плюс физическое. Тело и жизнь на земле. А мне кажется, здесь играет роль колпак рептилоида и греев. А сейчас мы это будем устанавливать. Ревер закончился, Вера? Закончился. Установили фильтр золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Елена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Елена себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Посмотри, что из колпака идет, Вера. Энергии возвращаются. Ее родные энергии. Какие именно? Все они воровали, да? Или какие-то особенные? Энергии души. Энергии души воровали. Ай вы, Грей. Так, рептилоид. Ты лаборант? Или военный? Военный. Военный. Хорошо, рептилоид. И какой это был эксперимент? Считай цифру репта над головой. 103. Хорошо, военный рептилоид. Ты мне будешь объяснять, или Грей, чем вы здесь занимались? И сколько вы здесь сидели? С кем мне общаться? С тобой. Ты главный. Они Давай. Закрывали ее интерес, да, и продвижение.
Я не знаю, Елена была уверена, что она абсолютно чистая. Никто в ней не сидит. Я смотрю на Давай свою информацию и смешивая ее с сознаниями Елены. Ах, вот оно что. Хорошо, понятно. Значит, вы ее наталкивали. А как же вы ее пропустили, что она к нам попала? Сила намерения, которую мы не можем контролировать. Это верно, это верно. Хорошо. Сколько вы находились в биополе, Елена? Еще он показывает на энергии арго, которые пробивают. От наших видео? Колпаки и все остальное, да. Да, наши видео защищены не энергией. Не только от наших видео, но и от кураторов, которые расталкивают своих подопечных. Ну что ж. Будет их. Понятно. Понимаю, как вам тяжело сейчас. Ну что ж, будет труднее. Давайте тогда мне информацию еще у меня. Я спросил уже два раза, сколько вы находились в биополе? Год и 4 месяца. Понятно, год и 4 месяца. Реверс закончился. Отлично. Тогда начнем с рептилоида и Греев. Рептилоид, дай команду Греев, пусть выходит, собирает, отключается полностью, ничего не забывает, аккуратненько вытаскивает, возвращается в клетку-тюрьму. На сканер все отключено. Действительно, хорошо, понятно. Еще что-то есть или мы все вытащили? Ваши подключения? Нет. Понятно, хорошо, возвращайся назад, синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы. А ты случайно не записывал все эти эмоции, воспоминания в свои платы, а? Синий дракон. Нет, он ими наслаждался. Просто я встречал и других, хорошо. В данный момент. И что было бы через 2 года в твоих планах? Было такое? Нет, что? Он жил сегодняшним днем, наслаждаясь, ничего не записывая. Снял платы. Хорошо, давай, Джин, тебе выходить не надо, собирай всю свою пыль, все, что у тебя там еще осталось, в биополе Елены, приступай. Шепчет, да? Нет, он как-то руками ее притягивает. К себе, да, пальцами так. С ног он ее снимает, пыль и раскручивает. В ногах пыль была, хорошо. Он постоянно говорит, что у нее был лак с блесками, синим красивым цветом. Те, что лак подарите на добрые воспоминания или что, я не пойму. Или ты фетишист какой-то? Нет, ты просил его говорить, он тебе остановиться не может. А, ну понятно, хорошо. Он впечатлен этим лаком. Отлично, хорошо. Даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Все прошли проверку, буду отпускать. Кто-нибудь из присутствующих еще в квартире? Елена присутствует? Джин? Дракон? Молчат. Рептилоид? Грей? Молчат. Молчат или да, или нет? Я не понимаю. Мне нужен ответ. Нет. Нет, понятно. Хорошо. Джин, я сейчас тебя буду отпускать на твою чистоту. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Нашел. Хорошо. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Закрой его портал. Закрывай, печатай, растворяй. Синий дракон дает слово. Хорошо. Готов уходить? Слово синего дракона. Готов. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 1, 2, 3. И синий дракон уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Рептилоид Грей из космических квартир. Кто присутствует? Мы не присутствуем. Другие есть? Есть. Вы готовы уходить? Готов. Открывается наверху 2 портала против часовой стрелки. 1 на частоте рептилоида, 1 на частоте Грея. И Грей забирает все, что они с собой принесли, уходит на свою чистоту. Рептилоид уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Оба портала. Грей просит колпак отдать. Нет, колпак я вам не отдам. Под колпаком открывается портал в галактическое ядро. Колпак уходит на переработку. Это уже перебор. Закрывая, печатая, растворяя. И там, и там. Готово. Хорошо, поехали дальше. Поехали по частотам. Ее куратор ей говорит, что мы обязательно познакомимся. Мы уже знакомы. Всему свое время. Конечно.
Елена говорит, она рассматривает себя, говорит, что я какая-то новая, пока точно не поняла, что со мной произошло и какие изменения. Хочу поизучать свои чувства. Отличная идея. Замечательно. Хорошо, Елена, будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа для того, чтобы все эти энергии и перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте.